За неделю до Нового года в ночь на 25 декабря католики Азербайджана празднуют Рождество. Для большинства представителей общины особенно важно встретить праздник в храме, однако приходят сюда и представители других конфессий, те, кому интересно познакомиться с традициями другой культуры. Adətən filmlərdə görmüşük, çox maraqlı gəldi. Hər dəfə də kilsənin yanından keçirdik. Мы обычно видели, как празднуют Рождество в фильмах. И стало интересно, как этот праздник отмечают у нас в Азербайджане. Тем более, что почти каждый день проходим мимо церкви, и именно сегодня собрались зайти. Пришли вместе с детьми, им интересно узнать что-то новое. Бог един и в исламе, и в христианстве. Главное, чтобы человек верил в Бога, доверял Ему. И в мечети, и в церкви Бог принимает молитвы всех обращающихся к Нему. Tanrı birdir, Allah hər kəsin duasını qəbul eləyir. У меня в основном бабушка полька, я за неё прихожу, просто побыть. Рождество – это очень важный праздник, это такой, можно сказать, волшебный праздник для многих людей. Ну как, это божественно волшебный праздник, не просто праздник, вот какое-то волшебство, потому что сам Господь родился, и это такой праздник, праздник, который дает нам надежду в то, что все будет хорошо в этом мире. Возникает вопрос, почему Рождество празднуется именно 25 декабря или же, как в восточных церквях, 7 января. Есть разные теории по поводу того, когда же именно произошло это событие рождения Иисуса Христа. Но мы должны сказать, что христиане празднуют не дату историческую, а само историческое событие Рождества, потому что в Рождестве Бог входит в этот мир, а это событие надвременное, и оно актуально для каждого, кто ищет истины, кто ищет Бога. Как известно, Рождество Христово является одним из двух наиболее значимых великих праздников для христиан. И смысл этого праздника в том, что мы празднуем рождение в этот мир Иисуса Христа. В чем радость и в чем значение этого праздника? В том, что в личности Иисуса Христа сам Бог входит в историю человечества и разделяет с человеком все этапы его жизни. Бог приходит в этот мир как человек, Бог приходит в этот мир как ребенок и живет как человек и разделяет с человеком даже саму смерть. Надеюсь, Бог и Церковь хочет сказать нам сегодня вечером: наступило Рождество. Господь, Бог, рождается ребенком. Всевышний стал совсем малым, чтобы быть с нами. Пречистый вошел в мир грешников. Сколько парадоксов, противостояний мы обнаружаем именно в празднику Рождества. Первый парадокс, которым сталкиваемся каждый день, это свет и тьма. Первое чтение начинается с слов: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет».
Рождение Иисуса Христа сияет как свет, освещающий наш личный и общественный путь, путь нашей общины, церкви и всей человеческой семьи. Но Рождество также учит нас тому, что его свет не отменяет тьму полностью. Мрачные ситуации нашей жизни не исчезают в присутствии Господа, хотя это бы и хотелось. Напротив, Божий свет иногда указывает еще более ярко на темные отрезки нашего пути. Ангел возвещает, что Господь с нами, что этот ребенок Эммануил, есть Бог с нами. Но как часто мы оказываемся в ситуации, когда искренне спрашиваем себя самих, а где Бог, если это произошло? И чувствуем себя покинутыми Господом. Именно Рождество дает нам понять, что Бог всегда рядом и постоянно говорит нам: «Вот я с вами, я с тобой». Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Мы прихожане с моим сыном давно уже. Для нас церковь как большая семья. Помогают, мы помогаем друг другу, общаемся. Сын, когда был маленьким подростком, здесь большая дружная подростковая, как сказать, подростковая группа идет. Настолько здесь дружная община, настолько доброжелательные служители. Как-то и здесь отмечаем. Я вот подарки принесла служителям. И здесь еще есть, служат сестры милосердия. Вот, и среди них у меня есть подружки, подруги. Так что помогаем друг другу, общаемся. Автором является Виктор Александрович Куява, человек наш бакинец, человек с достаточно очень драматичной такой судьбой, потому что он уже много лет проживает в нашем католическом приюте матери Терезы, сестер матери Терезы. Он не является по вероисповеданию католиком, но несмотря на всю сложность его судьбы, этот человек сохранил в себе талант, потому что он являлся художником-декоратором, сохранил в себе этот талант и желание творить. И это была его инициатива построить вот такой, именно в преддверии Рождества, построить такой макет города, города Вифлеема. В принципе, сама традиция построения этих, мы называем это вертепом или макетом Вифлеема, ей уже около 800 лет, и это связано с тем, чтобы показать историчность пришествия в этот мир Иисуса Христа и сделать для людей
разных уголках мира сделать для людей близким это переживание того, что произошло более 2000 лет назад в Вифлееме. Təklif gələndə mən biraz tərəddüd etdim. Nə üçün? Çünki iş məsuliyyətli bir iş idi. Я некоторое время колебалась, прежде чем принять это предложение. Ведь это очень ответственная работа. В итоге я работала над этой инсталляцией 3 месяца. Ровно месяц ушел на то, чтобы продумать все детали, объединить макеты зданий в общей концепции города. Знаете, я думаю, что искусство объединяет представителей разных религий и национальностей. Есть Рембрандт, Саттар Бахлоузаде, Тайр Салахов, Дюрер. Они понятны всем. Искусство не нуждается в переводе. Так что сложностей в этом вопросе для себя я не видела. Поэтому я с большим интересом ушла в работу. Она как будто бы сама вела меня. Ждала, когда наступит новое утро, чтобы продолжить эту работу. Gözləyirdim ki, səhər nə vaxt açılacaq, mən o işi davam etdirəcəyəm.